Всегда остаются в нашей памяти. И вновь гостеприимный физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» сегодня станет центром спортивных баталий среди сильнейших спортсменов по волейболу. О, спорт! Ты мир! Ты устанавливаешь добрые, дружеские отношения между людьми. Ты – согласие! Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь уважению и взаимному доверию. Ты – источник мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость, будущее страны между Россией. Ты благородный и благодарный памяти о добром. Будь славен спорт, будь вечно сердцем молод. Уважаемые участники соревнований, уважаемые гости, хочу обратиться к вам от лица администрации города Кузнецка, лично от Сергея Александровича Златогорского, и пожелать вам удачи в сегодняшних выступлениях. Четвертый год инициатором этих соревнований стала 8-я школа, которая носит имя Павла Александровича Щипанова, который погиб в Афганистане, исполняя свой воинский долг. Соревнования проходят рядом с праздником 23 февраля, День защитника Отечества. И, конечно, все, кто погиб, кто остался на полях сражений, это локальные войны, это Великая Отечественная война, война, которая идет сейчас. Это люди, которые, конечно, хотели жить. И они сражались за то, чтобы у нас с вами было мирное будущее, чтобы дети рождались, чтобы было счастье, чтобы матери не плакали, чтобы люди были здоровыми, счастливыми. И соревнования именно спортивные. Спонсором являются взрослые мужчины, которые 8 команд сегодня принимают участие в соревнованиях. Я думаю, что нельзя воспитывать, говоря о том, что делать хорошо и что плохо. И вот когда успешные предприниматели, спонсоры, люди, которые серьезно занимаются работой, они еще находят время для здорового образа жизни и участвуют в различных соревнованиях, ведя здоровый образ жизни, это пример молодому поколению, что можно так жить. Добрый день, уважаемые участники соревнований, гости. Ваше участие в спортивном мероприятии – это большая заявка по вашей активной жизненной позиции. Полагаю, что нас сейчас объединяет не только спортивные наши устремления, но еще и патриотические. Поэтому полагаю, что спорт поможет нам стать достойными гражданами нашей Родины. Я вас поздравляю с этим праздником, желаю вам побед и всего самого хорошего. Мне очень отрадно, что наше мероприятие, проводимое уже, как Лариса Александровна сказала, четвертый год, каждым годом привлекает все больше и больше количество команд. Это говорит о том, что наш турнир вам интересен. Это говорит о том, что мы являемся добрыми, гостеприимными хозяевами. Я рада, что вы находите время для того, чтобы почтить память воина-интернационалиста, чье имя носит наша школа. Я желаю вам сегодня справедливого судейства. Я желаю вам сегодня хорошего настроения. Я желаю вам всем победы. Еще раз огромные слова благодарности от Ольги Александровны Комаровой, родной сестры Павла Александровича Щипанова, за то, что вы храните добрую память о ее брате. Гордимся теми, кто вернулся, на чьих глазах мелькали драмы, и тем, кто навек остался, скорбят их жены, дети, мамы. Над нами небо голубое, слезы радости на глазах. Мы помним всех, это святое. Вы с нами вечно, вы в сердцах. Сказал солдат, что лежал без дна.
Сейчас на страже рубежей ее стоите. Пусть враг России помнит каждый час, что от него Россию оградили. Коль живы вы, то будет Русь жива, и будут жить в России ваши дети. Любовь к России — это не слова. Мы той любовью все за Русь в ответе. Символично, что память Щипанова
Павел Александрович проводит турнир волейбола сегодня в том плане, что сейчас на Украине наши солдаты и офицеры принуждают мир в Украине, проводят операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В этом принимают участие и солдаты, и офицеры из нашего города Кузнецка, окруженные в нашем городе. Уважаемые друзья, я поздравляю вас с этим праздником, праздником спорта, праздником волейбола. Желаю всем участникам здоровья, успехов и побед. Пусть нашим соревнованием победит сильнейший. Спасибо. Прошу, Дмитрий Ильич, тогда позвольте передать вам для Сергея Александровича Златогорского за вклад в развитие волейбола в городе Кузнецке и за организацию данных соревнований. Пожалуйста, Сергей Александрович, передайте. Я обязательно передам ваше приветствие и ваши четкие, мужественные взгляды. Спасибо. В номинации «Лучший игрок турнира» награждается Перепелица Илья, город Оренбург. В номинации «Лучший игрок турнира» награждается Исаков Андрей, прошу прощения, город.
Тренируйтесь, слушайте своих тренеров, и у вас будет все хорошо. Несмотря на огромные старания всех спортсменов, пусть победит сильнейший. Спортивных успехов в соревнованиях всем командам. Всего вам доброго!